Первого, да? Ну, наверное. Угу. А ты чё наших вообще обижаешь? Ты не думай никого, разве ты с ними? Конечно, с ними. Отойди от них. Уезжай отсюда немедленно. Уезжай отсюда немедленно. Круто. А это кто? Чего такой? Как ты сказал? Чмырь. Хм. Врежься в стену. Не действует. Почему? У меня иммунитет без гипноза. Карапар, давай прибьем эту сволочь. Ой, да я не возражаю. Но сначала... Что? Припей мотор. Я не могу, у нас коллектив. Ты что, будешь жить вместе с нашими врагами? Если заставлю тебя сделать самоубийство. Ты не в силах этого сделать. Почему? Я могу тебя легко загипнотизировать, и ты мне будешь повиноваться. Как раб. Это же как я. Вот мы с тобой объединимся и уничтожим всех этих биоников. Согласен. Что? Так, Алёш, ты не имеешь права это делать. Почему? Я бы с радостью избавился от этих кто? От вороков? Тоже. Когда ты меня вырвался, ты привел меня этим с этим самым чувством. По рукам. У меня нет рук. Знаешь, то, что у тебя нет рук, это не меняет дело. Слушай, это кадокс. Я не могу прибить мотору. Это не могу. Убей мотор. Нет, я не буду на тебя смотреть. Думаешь, это повод? Ты как там тебя? Прибей его, хорошо. Теперь у тебя нет выбора. Теперь ты обязан смотреть на меня. Нет, я не буду. Так вот ты как. Убей себя. Так ты не хочешь смотреть на меня? Видишь, ты такой страшный, да? Ау! И это совершенно ты можешь? А, я, кажется, замораживаюсь.